Инструкция для тех, кто ждет в гости парня. Отрываем жопу от любимого сериала. Выделяем на сборы около 10 часов. Умываемся. Делаем маску. Делаем еще одну маску, чтобы наверняка. Чистим зубы. Вспоминаем, что у вас живет очень развратная девчушка, поэтому идем в душ. Моем, пеним, убираем ненужное. Сушим, мажем, накладываем, обманываем. Выбираем, надеваем, снимаем. Ведь мы же развратные девчушки. Репетируем речь. Привет, ковбой. Привет, ковбой. Эй, ковбой. Волнуемся, переживаем. Больше не переживаем. Представляем совместное будущее. Ты о детях наших подумал, когда этой шлюхе лайк ставил? Ой. Идем к двери, и есть два варианта развития событий. Привет. А я не Женя, я ее брат-близнец, так что пока. Здорово. Да ты же мой хороший. Обнимайтесь, целуйтесь. Раз, чтобы сбросить вес, мы планируем идеальный распорядок дня. Как проснемся по будильнику. С большим удовольствием съедим свой здоровый завтрак. Займемся спортом. И целый день будем активными и питаться только полезной едой. Но каждое утро происходит одно и то же. People always eat junk, especially when they're fucking drunk. People always eat junk, especially when they're fucking drunk. People always eat junk, especially when they're fucking drunk. People always eat junk, especially when they're fucking drunk. И инструкция для тех, кто собирается каждый день на работу. Встаем с кровати. Приветствуем это утро. Умываемся, чистим зубы, читаем инструкцию от освежителя, мажем средства от морщин, кормим кота, кормим себя, причесываемся, накручиваемся, намазываемся, надеваемся. Из недовольной рожи делаем счастливую. Закрываем, вызываем, вспоминаем, открываем, закрываем, возмущаемся, подходим к работе, поднимаем руку и... Да и хрен с этой работы, завтра приду. Наслаждаемся. После смерти троюродная тетка завещала вашему брату особняк и долю в бизнесе. А вам она оставила свою любимую кошку Матильду. Бесь. Ну что, как сходил на маникюр? Да хорошо, только я упала и сломала ноготь. Да все, через 5 минут выхожу уже. Бесь. Не бей, оно просроченное. Да я же на своем балконе, как вы это вообще делаете, птицы? Сегодня пятница, сгони за шампусиком. Шампанского не было, но я купил воды. Мы с Мишей расстались. И инструкция для тех, кому срочно нужно поддержать свою подругу. Надеваем самое худшее. Ведь мы не должны выглядеть лучше подруги. То, что надо. Не красимся и не причесываемся, ведь алкоотдел закрывается в 11 вечера, а сейчас уже 11 утра. 2 часа потеряно. Вспоминаем, что эта сучка за парня переехала жить в другой город. Едем. Летим. Едем. Идем. Окей, я хорошая подруга, я уже тут. Репетируем речь. Я тебя так сочувствую. Вот он, козел. Это так прискорбно. Мы вчера с ним переспали. Это так прискорбно. Стучим, наливаем, выпиваем, плачем, чокаемся, выпиваем, слушаем, звоним своему бывшему. Ты вообще козел, больше не звонил. Ты дура, даже не позвонила. Выпиваем. Ты у меня вообще принцесса. А этот мудак вообще козел. Вы идеальная подруга. Моя душа бездонная лощина, бескрайняя любовь к тебе, моя скотина. И хлебети. I love you. Тут
такое дело, в общем, я не знаю, как... А сейчас 11 класс, вот это вся... Мне кажется, я тебя ненавижу, вот тошнит меня от тебя, вот ты вообще... Вот ты... Ты вообще козел! Твою ж мать, а! И инструкция для тех, кто хочет веселиться этой зимой. Для начала выберите правильный наряд. Нет. Нет. Во, то, что надо. Теперь нам нужно оборудование для нашего веселья. В принципе, уже весело. Ну что, начнем? Забираемся на самую экстремальную горку. Обзваниваем всех близких на всякий случай, ведь горка очень опасная. Передай Блэки, что я его очень сильно люблю. Экстремальненько. Лепим себе крепость. И не важно, что вы главный бухгалтер Евгения Сергеевна, и вам сегодня нужно сдать отчет. Отчет будет через неделю. А напоследок скатываемся кубарем с горы, и в тот момент, когда у вас будет полный рот снега, осознайте, что зима – это очень круто. И инструкция для тех, кто хочет похудеть. Для начала взвешиваемся. Искренне не понимаем, почему весы показывают вес, как взрослые самки слона. Выкидываем их, потому что они 100% сломались. Идем к холодильнику, чтобы съесть что-нибудь полезное. Не то, не то, не то. Ой, а это что было? Не то. Фух, наелась. Понимаем, что энергия бьет через край. Вот это я удачненько поела. Начинаем действовать. Качаем, бежим. Ломаем лифт, чтобы была возможность подняться пешком по лестнице. Искренне не понимаем, нахрена сломали лифт. Качаем трицепс. И не важно, что не знаем, где он находится. Он вас сам найдет. Но вы только посмотрите, какая Синди Кроуфорд здесь стоит. Вспоминаем, что Синди Кроуфорд уже 50. И она сейчас лучше выглядит, чем вы. Перестаем плакать и понимаем, что мы сделали все, что в наших силах. В общем, я решила найти свою суперспособность. Покажи мне страсть. Покажи мне уверенность. А теперь ты Анджелина Джоли на пляже. Да, я идеальна. И инструкция для тех, кто собирается в школу. Встаем от клика мамы. Просим Всевышнего, чтобы он ускорил процесс взросления. Доделываем домашку. По русскому, математике, физике, физкультуре. Ты лежать долго будешь? Просыпаемся от крика мамы. Блин, я что это во сне все доделывала? Не успеваем замазать прыщи. Маскируем все мешками под глазами и грязными волосами. Ведь голову ты тоже планировал с утра помыть. Собираем рюкзак. Математика, физика, химия. Ого, как тяжело. Выкладываем с надеждой, что соседка возьмет все учебники. Если мама просит надеть шапку, говорим, что Катьке мама уже разрешает ходить без шапки. Шапку надела, я сказала. Надеваем шапку. По дороге в школу вспоминаем, что забыли сменку. Ничего, пустят. Если тебя все-таки не пустили, выходим из школы. Поднимаем руку вверх и... Я с этой школы завтра приду. Ты почему не в школе? Мам, да я за сменкой. Вот же подстава. Сфоткай меня, сфоткай. Не вылазит. Ну, ничего не видно, вся красота за кадром. Какие фоточки прикольные получились. Видишь, все вообще видно. Смотри. И даже парня какого-то. А если это маньяк? А если это твой тайный поклонник? Давай его найдем домой. А как? Здравствуйте, я представитель Мэйвен. Я хочу вам предложить новую косметику, элегантную.